Приветствую вас. Вы знаете, соска, то бишь, вот, пустышка, это проявление потребности в любви. Оральное поведение. Можете почитать об этом в интернете. Соответственно, девочке не хватает любви, внимания, о чем говорит ее истерика. Вот. Ну и, соответственно, поскольку год уже прошел, да, первый год, ребенок, он в этом возрасте уже должен заниматься собой, заниматься окружающим миром, да, а не только, соответственно, вами, да, не только близкими людьми. И здесь возникает вопрос, да, насколько ребенок самостоятельный. То есть я, конечно, могу быть неправ, безусловно, да, я могу быть неправым, вот, но исходя из того, что написали вы, я могу предположить, что ребенок все-таки недостаточно активный, вот, это он вот недостаточно активен, ребенок. И, соответственно, именно поэтому, да, вот, именно потому, что он недостаточно активен, он проявляет себя вот, ну, так, вот так себя он проявляет. То есть тут вот такая история. Соответственно, вам нужно, возможно, изменить свое отношение к ребенку, да? То есть, ну, возможно, как-то лучше себя проявлять по отношению к нему, то есть активно поддерживать его, ребенка я имею в виду, активно поддерживать его каких-то инициативах, в его каких-то действиях, вот, и вот после этого, после того, если вы это сделаете, то я думаю, что от соски отучить ребенка будет гораздо легче, гораздо проще, вот. Вот как бы с точки зрения психологии такая история. То есть первый год ребенок только сосредоточен на маме. Вот после года ребенок он уже больше обращает внимание на окружающий мир. При условии, что мама додала ему, все, что ему нужно. И при условии, что мама ребенка не подавляет. Ну, родители ребенка не подавляют. Вот так, то есть не подавляют, да, и, соответственно, прислушиваются к его желаниям, к желаниям ребенка, вот, и делают так, как он хочет, то есть, ну, позволяют ему видеть результат своих действий, позволяют ему видеть эффект от своих решений, от своих поступков. Вот. Вот так. Это то, что вам можно сказать. То есть, я не совсем согласен с коллегой в том смысле, что нужно заменять это чем-то приятным, потому что, ну, ребенок, он все-таки
Вот вы заметите, да, чем-то приятным, а по сути то же самое останется. Менять чем-то приятно можно, когда ребенок уже, ну, будет постарше, да, то есть если постарше, то уже можно, а пока это, в принципе, одно и то же. То есть ребенку важна не сама пустышка, да, вот, ребенку важна определенная стабильность, что его стимулирует на эти действия, стабильность. Потребность стабильности не в пустышке, как таковое дело, знаете, вот. Поэтому вот эти аспекты, их нужно обязательно учитывать, чтобы вы не думали, что дело вот только в этом, что вот она вот, грубо говоря, ей нужна пустышка, да, и все, и она вот только делает, что к ней стремится. Нет, 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 нет. Дело здесь в том, что она получает за, ну, за ее, за счет нее, вот, за счет этой самой пустышки. Вот в чем дело. И если она не чувствует себя стабильно, да, вот если она не чувствует себя в безопасности, допустим, то это уже вопрос вашего отношения к ней. То есть где-то что-то как-то вы делаете, ну, не сказать, чтобы конструктивно, позитивно именно для ребенка. Но это уже нужно изучать. Изучать более подробно. Вот. Кстати, да, вопрос. Какая необходимость отвечать ребенку от пустышки? Ну, вы считаете, что уже пора? Вы считаете, что уже пора? А почему? Ну, почему пора? То есть это вот то, что тоже нуждается в исследовании. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.